Гамзатов Магомед Юсупович. Родился 5 мая 1910 года в селе Мигеп Гунибского района Дагестана в крестьянской семье. После окончания 7 классов неполной средней школы в 1932 году обучился на двухгодичных кооперативных курсах. В 1932 Гамзатов был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1935 он окончил пехотное училище, а в 1936 – Закавказскую объединенную военную школу. С октября 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Северокавказском фронте, два раза был тяжело ранен и контужен. К ноябрю 1943 года гвардии майор Магомед Гамзатов командовал батальоном 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 56-й армии Северокавказского фронта. Отличился во время освобождения Крыма. В ночь со 2 на 3 ноября 1943 года батальон Гамзатова погрузился на суда и в шторм на них проплыл 80 километров через Керченский пролив. Когда батальон высадился на Керченском полуострове в районе деревни Глейки, Гамзатов развернул его на захваченном плацдарме и на следующий день выбил войска противника из села Маяк. Указом Президиума Верховного Совета Советского Союза от 17 ноября 1943 года майор Магомед Гамзатов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Закончил войну в Восточной Пруссии в должности командира полка, продолжал службу в Советской армии. В 1956 году в звании подполковника Гамзатов был уволен в запас. Умер 5 сентября 1976 года.